Доброе утро, чуваки. У меня для вас не очень хорошие новости. Мне сейчас позвонил знакомый и говорит, ну, то есть он проезжал мимо моей машины, мы с ним поздоровались, и он говорит, что у тебя с задней левой фарой? Я такой, что? Что у меня с задней левой фарой? И я боюсь выходить и смотреть, что у меня с задней левой фарой. Понимаете? Вот как бы у меня на сегодня записана мойка, качественная, крутая. Я записался на крутую мойку, это я вам чуть-чуть, прям чуть-чуть попозже покажу. Пойдем смотреть фару. Да, без камеры я уже посмотрел и пару ласковых сказал. Ну просто посмотрите на это чудо. И самое-то главное. Та-та-тан. Отлично, ребята. Доброе утро, как говорится. Я вернулся в машину, и вы сами понимаете сейчас мое состояние. Это жесть. Это жесть. Это самая ненормальная жесть. То есть я поехал по делам помыть тачку, и оказывается, что у меня сзади сломана фара. Никаких сигналок, пока я был в Новокузнецке, не срабатывало. Это могло случиться только в Шерегеше, потому что там постоянно гоняли чуваки на снегоходах. Моя машина была рядом с дорогой, это логично. Или, может быть, кто-нибудь напакостил. Как это вообще произошло, ребят? Я не знаю, сколько будет мне стоить фара, потому что вряд ли ее починить, но там уже осколков-то нету. То есть так склеить бы можно было и оставить, но выпадут осадки, заклинит что-нибудь там и по проводке пойдет, это не дело. И бампер еще, бампер, сука. Я 4 года за рулем, я ни разу в аварию не попадал. И у меня сломана фара и бампер. Лол. Спасибо тебе, чувак, который подсказал мне это, бибикнул. Не буду тут называть имен. Давайте пошаримся в телефоне и посмотрим фары. По-моему, это ищется по номеру кузова и марки двигателя, все эти предметы, все эти устройства. Ну, короче, вы поняли. Пожелайте мне удачи, я поищу, посижу. Ну, а вам что, интересное видео получается? Я уже на сервис. Фара стоила 1500 рублей. Вот она, фара. Вот. И крыло. Это с автосервисом, да? Эту фару уже почти сняли. Вот, смотрите, вот так вот здесь все отсоединяется. Ну, в принципе, все легко. Фара полторашка и 500 рублей поменять. Вот фара уже тут, вот видите, сняли по креплению, она уже сыпаться начала. Ну, это понятно. Вон она, лампочка. Ну, лампочку на всякий случай-то можно оставить. Вон, что первое, что второе. Ну, как говорится, с добрым утром, Варпач, да? Так вот выглядит фара изнутри. Пожелаем всего хорошего тому, что это сделал с этой машиной. Заварить бампер 1000 рублей, сказали. Будет как паечка такая. Окей. Вот, ребята, все поставили новую. Выглядит круто по сравнению с правой, потому что она вся грязная. И вот старая. С бампером решать будем уже проблемы завтра утром. Все вам потом в тачке расскажу. Сейчас вот ототрем вот это вот все бензином. И можно будет выдвигаться. Отъехал я, ребята, достаточно далеко. Сейчас жду Катюху. Должна с минуты... А вон она, кстати, уже идет. И чё она? Она решила положить сумки, я понял. Короче, все сделали. Стекло фары задней поменяли. Сейчас быстренько едем на автомойку. У нас есть еще целый час, чтобы до туда доехать. Я немножко... Катюх пришла! Привет, Катюха! Привет! Как доехала? Ты села на сахар и... Это тебе, кстати, кофе. Это тебе сахар. Я купил, короче, нам чизкейк. Я купил нам сахар. Чизкейк и водички. Кофе и холодненькое. Короче, давай отсюда отъедем. По-моему, это со вчерашнего дня лежит, нет? С вчерашнего дня лежит он там. Я сегодня купил. Вот. Короче, сегодня едем на мойку. Ну, вот такое вот у меня утро случилось. То, что
Такой капец. Ты видела новую фару сзади? Да, так прикольно, в смысле, знаешь. Одна такая грязная, другая идеально чистая. Причем, я вам покажу, сейчас найдем идеально место для парковки, покушаем, и я вам покажу, ребят. Вот смотрите, как выглядит новая фара и как выглядит вот старая. Жесть вообще, да? Посмотрите, как отличаются. Но она прям видно такая, не потертая, не помятая, ничем. Прям такая новенькая, прям ми-ми-ми-ми-ми. А здесь она уже такая вся грязненькая. Посмотрим, когда их помоют, чем они будут отличаться. Кстати, по поводу вот этого... Ой, смотрите, она больше начала расходиться. Надо срочно менять. Завтра в 9 утра я поеду делать вот этот бампер. 1000 рублей это будет стоить. Он просто... Мне сказали, что он может разойтись еще больше, и трещина пойдет еще больше, и стоить будет еще дороже. Новый задний бампер на мою машину стоит 2500 рублей. Вот что значит Toyota. Вот что значит все дешево и круто, ребята. Вот. Сейчас, короче, Катюха докушает. Мне не важно, что они обсуждают. Сейчас Катюша докушает, и мы поедем мыть тачку. Я на какого-то рокера похож. Ребята, вот посмотрите, это до мойки, посмотрите, какая она грязная. Здесь самое чистое, это только фара левая. Все остальное, все грязно. Просто стекла, все вообще. Вот эти вот льдины внизу. Ужасное состояние. Попробуем полностью комплекс замутить. Посмотрим, что из этого получится. Ну просто все безумно грязно. Давайте в салон заглянем. Ребята, салон, посмотрите. Изнутри стекло, вам не видно, но тут вот рисовать можно, варпать, да видно вам, вот здесь вот рисовать можно, короче, безумно все грязно, поехали мыть тачку, он для нас уже бокс открыли, а мы тут медлим, все, я поехал. Поехали, короче, на автомойку АМГ, смотрите, вот такая вот визиточка у них, вон, Катюха сидит, и я тут сижу, кофеек попиваю, отдали машину, адрес, сейчас я вам все скажу, отдали машину на мойку, короче, все, там полный комплект. После Шерегеша она заслужила, понимаете? После того, что она перетерпела на дороге, после того, что вообще там бампер что-то треснутый. Мы заказали комплекс полностью, полировка салона, панель дверей. Давай. Комплекс, полировка салона, панель дверей. Полировка, да, это полировка, ребята. Наномойка, чернение колес и роспись. Понятно, да? Вот, мы все это заказали. Плюс кофеек. Вышло вообще недорого. Заказывали через крутое приложение. Мне пацаны с Москвы посоветовали. Сейчас покажу вам. Называется FreeWash. Вот, отвечаю. Мне ребята такие пишут, типа, посмотри, типа, на мойку можно записаться в твоем городе уже. Я такой, что вы серьезно, что ли? У нас в Сибири, но в Кузнецке можно. Да, в 50 городах России, я как понял, он есть. Смотрите, здесь вот нажимаешь поиск, да? Вот. Открыл приложение, поиск. Давайте даже вот так вот покажем. Поиск. То есть мы сейчас находимся вот здесь. То есть сейчас подальше сделаем. Это рядом с торговым комплексом Планета. Вот. То есть вот здесь вот Планета находится, вот здесь вот мы находимся. Здесь, в принципе, здесь это, знаете, я никогда такой престижной мойки не видел. Вот, вот он еще такой проезд. Реально удобный. Здесь ты приезжаешь не просто, да, Катюх, как вот в маленькую кафетерику сел, там кофеек такой, кружечки и все такое. Здесь ты реально сел, и ты как царь. То есть тебе и кофеек, и чаек, и булочки, и все вообще. Жесть. Ну что, красиво жить не запретишь, и недорого, недорого. То есть за это все, это вообще копейки, ребята. То есть за какую-то мойку там около 500 рублей вообще не жалко. Серьезно. Кто моет тачки, знает, что там можно до 1,5 косаря отдать. Что ты хотел сказать? Посмотрим еще результат. Да, посмотрим результат. Еще пойдем, посмотрим, как нам полировать будут это все. Я попросил, типа, можно это все посмотреть? Сказали, да, можно. То есть мы зашли, да, тут, допустим, выбрали... Ближайшую, да. Тут можно ближайшую выбрать, либо из списка. Вот. То есть можно записаться, либо мы вот нажимаем на автомойку МГ. И смотрите, как она выглядит. Оба-на! То есть это Мерседес, тут грязный, чистый. Так... Кафе тут 24 часа работает. И тут примерно стоимость всех услуг. То есть не примерно, а точная стоимость всех услуг. Вот, посмотрите, сколько здесь всего есть. Вообще полировка кузова. 8 косарей. Неплохо, неплохо. Стоянки даже тут предусмотрены.
можно вот добавить в избранное, да, я точно добавлю в избранное, потому что мы здесь моем тачку, и вот, кстати, вот эти вот штучки, видите, вот эти капельки, они отвечают, если мы помоем 10 раз машину, нам один раз бесплатно дается, то есть мы помыли, да, и один бесплатно, то есть 10 помыли, один бесплатно. Так, записаться. Выбираем примерно время какое, да, ну, допустим, я хочу на 9 вечера. Забронировать. Вот так вот. Не обращайте внимания на мои руки, они просто грязные, потому что тачку чинили с утра. Записаться на мойку, окей. Забронировать, все. И выбираем, какой люкс, люксовый хочу. Вот, здесь можно посмотреть, как что отвечает. Эконом, стандарт, люкс. Вот, короче, все удобно, ребята, все для людей. Все для людей, все для настоящих человека. Катюха рассказывает про 8 марта. Покажи новость. Покажи, покажи. Нет. Ну покажи. Короче, там новость такая, что, смотрите, Инстаграм. Хочу показать вам. Я выложил фотографию только что, вот буквально там сколько, 3 минуты назад в Инстаграм, да, что типа «Доброе утро, Новокузнецк». И тут написали такой комментарий, типа, как он прокомментировал, вот он. Камни летят, знаю такую фигню. У меня на передние фары попал камень. Открываем профиль Матвея. Матвей, братан, ты, наверное, еще даже школу не закончил. Какая твоя тачка? Где ты нашел машину? Посмотрите. Вот братан, вот этот пацан говорит, что у него тоже камни в тачку летят. Передние фары себе расхерачил. На танке своем, наверное. Вот так вот. Это нормально, что. Может быть, он сын мажора какого-нибудь. Матюха Кеникс. Ставьте лайк за Матвея. Ну и не забывайте смотреть мой инстаграм. Много, кстати, всего интересного есть. Посмотрите втихушку, какой здесь кафе. Смотрите, офигеть, да? Барная стойка, холодильник. Тут один потолок только 1100 стоит. Посмотрите, как круто. Заведение настолько крутое, что сюда даже можно ездить хавать качество. Представляешь? То есть это реально так. То есть можно приехать и похавать здесь. Прям как настоящая кафешка. И ты сидишь здесь, это зал ожидания, к тебе приходят люди, говорят такой-то номер машины, и ты идешь, забираешь ее. В это время ты можешь пить кофе и смотреть перевозчика. Вот офигеть. До чего технологии дошли. Когда мы выйдем из этого заведения, покажу, где оно находится. Реально, вот Варпач одобряет. Иду, я такой, значит, иду. И смотрите, что здесь положили. Коврик. То есть можно вот так подошел, такой, оп, оп, вытер ноги и сел в машину. Офигеть. Сервис, ребята. Просто жесть. Катю, как тебе? В машине даже пахнет по-другому. Короче, сейчас вам все расскажем. Это просто жесть. Это так все чисто. Я никогда такую чистую машину не видел. У меня уши горят. Это так круто. Сейчас все сам все покажу сейчас. Ребята, вот мы выехали из бокса. Вы просто посмотрите, насколько это здоровый бокс. Я хочу выразить огромную благодарность компании AMG, которая помыла тачку. Очень круто. Я вот сколько, вот 4 года я езжу за рулем, я ни разу не видел, чтобы моя машина была настолько чистой. Это просто супер. И все это благодаря приложению FreeWash, которое я просто открыл, посмотрел. Представляете, мобильность. То есть мобильность, ты просто открываешь приложение, вот достал телефон такой, пока едешь, да, там посмотрел, на моечку записался, открыл, и все. Тебе не надо обзванивать автомойки, говорить, есть у вас место, нет у вас места. Ты просто зашел в приложение, выбрал нужное тебе время, записался, и все, твоя тачка, считай, записана. И причем тебе за 45 минут позвонят и скажут, алло, Варпач, там это, у тебя машина через 45 минут забронирована, ты должен приехать туда-то, туда-то, помыться. Я такой, окей, приезжаешь, моешься, и работа-то какая. Иди сюда, Катя. Смотрите, я еще раз повторюсь, 4 года я езжу за рулем вот этой машины, вот этой. Я ни разу не видел, что вот эта полоска у меня синего цвета. Это видно на камере? Да. Она сверху, она синяя, ребята, она синяя. Представляете? Пойдем дальше покажу. Делали полировку изнутри панели, точнее внутри салона, смотри. Смотри, какая гладенькая кожа, смотри, потрогай, просто потрогай.
Она гладкая, она просто гладкая, она мягкая, здесь мягкий пластик стоит, и она суперски мягкая, ее прям хочется трогать, мацать, и так, как за сисечку, вот так вот, как за сиську силиконовую. Пойдем дальше. Посмотрите на колеса, они убрали чернение все на колесах, то есть колеса теперь супер черные, они выглядят намного круче, намного стильнее, чем у меня было до этого. После Шерегеши там было вообще страх. Ой, помните, да, вот здесь какие штуки висели? Это было ужас. Вы видели влоги про Шерегеш? И что там было? Гребаный большой автомобиль. Уезжай отсюда. Пойдем еще посмотрим. Номера. Все видно. Все отлично. Смотри, фара левая. Новая фара сегодня купил. Она ничем не отличается от правой фары. Совершенно ничем не отличается. То есть, что левая, что правая. Не видно же разницы? Вообще нет. Вообще. Почему? Правильно, потому что помыли хорошо. Пойдем дальше. Смотри, у меня меховой коврик вот этот вот, на котором я сижу, грею свою задницу. Моя задница теперь сидит на чистом, мать его, месте. Чистая. У тебя даже руль блестит. У меня руль блестит, ребята, руль блестит. Помните, я кидал фотографию в Инстаграм, где... Вот это, кстати, уже не грязь, это потертости руля. Реально руль блестит вот это. Я даже не замечал. Короче, ребята, смотрите, как это все клево. Мне пропылесосили это все. Все это выпылесосили. Наконец-то. Это наконец-то все чистое, все красивое, все легендарнейшее. И теперь у меня фары. Фары так. Пойдем к фарам. Иди к фарам. Посмотрите просто фары, как светят, а? То есть мы ехали, когда в Шерегеш, мы вам не показывали дорогу, но мы ничего не видели. Ну теперь-то зато все, там вот как красиво-то, а? Еще я вот, кстати, задумал новую идею. Напишите в комментариях, понравится вам или нет. Я хочу поставить сюда фары от, как у BMW, английские глазки такие, то есть круглым, который светится. Я уже посчитал, сколько это будет стоить. В принципе, это осуществимо. То есть это можно поставить, я уже узнал, где, что, как. Если вам понравится такая идея, мы это все сделаем. Это находится на Дубочная 1А. То есть сейчас открыли все свои дубльгисы, Яндекс.Навигаторы. Вводите еще раз тупик Булочная 1А. Даже ну это кто из Новокузнецка? Да. В других городах тоже сюда. Есть. Нет, подожди, в других городах тоже есть, на самом деле, если вы из другого города. Да, если вы из другого города, FreeWash приложение, оно ищет вообще ближайшие к вам автомойки. То есть вы открываете приложение, смотрите по карте, где что есть, и просто едете туда. Вот. Ну какой автовлог без классной мытой машины? Да никакой, это круто. А вон те вон ребята стоят, они мыли тачку. Вот отдельный лайк. Они вот смотрят, им интересно. Помаши, пускай не помаешь. Вон они махают. Вот. Ну что ж, ребята, я думаю, что мы сейчас уже будем гнать все. Спасибо еще раз огромное МГшке. И FreeWash'у. Да, FreeWash. Я сейчас покажу еще раз, как оно выглядит, потому что многие из вас вполне могли не углядеть. А вы вот все сейчас заходим по ссылке в описании и ставим себе вот это приложение FreeWash. Вот, вот, вот. Заходим и ставим. И все, вот приложение загружается, записи, там все, поиски. А, ну у меня проблема с интернетом, я понял, окей. То есть здесь у меня сейчас еще интернет не грузит. То есть просто заходите и все делаете. Все качественно, все круто, ребята. Вот так. Ребята, посмотрите, насколько, блин, чистое стекло, это же жесть. Это ж капец, я никогда в таком чистом стекле... Ой, еще одна спринтер проехала. На таком чистом стекле... С таким чистым стеклом. Вы просто посмотрите, машина, когда чистая, вот я вам отвечаю, она просто наваливает. Тачка просто едет настолько круто, что я готов летать на ней. Просто газ нажимаешь, она едет, тормоз нажимаешь, она тормозит. Прям, знаете, как девочку свою помоешь, она послушная сразу становится. Ты прям под сраку даешь, так она летит просто. Вот прям вот один в один. Какая-то ужасная посмотрите, аналогия. Насколько мы чистые по сравнению с другими. Покажи другие тачки. Посмотри, что это за грязь, а? Что это за грязная машина? Ну посмотрите на нас, красавец. Точнее, на мою красавицу. Это супер чистота. Мистер Пропер отдыхает. Это я прям безумно счастлив. Я просто выехал из бокса такой. Все, я снял шапочку свою розовую.
погнал, и я офигел. Отвечаю, я офигел. Всем. Мы, кстати, давно очень хотели помыть машину, но мы все время куда-то приезжали, там то очередь бесконечная, то что-то еще, и все никак не удавалось. А тут мы наконец-то помыли, и Кирилл просто счастлив. И полностью все помыли. Это обошлось такие копеечные денежки. Ребята, приезжайте в МГ. Пользуйтесь приложением FreeWash. Отвечаю, даже в Новокузнецке, и не только в Новокузнецке, во многих городах России работает. Аж батарея села. Знаете, почему села? Потому что грязная батарея. Посмотри, вот просто покажи вот это BMW X5. Вот что это? Вот скажите, что это? Посмотрите на мой Mercedes вообще. Мой Mercedes чисто, а вот это BMW X5, и сидит там какая-то женщина. Женщина сидит. Я ничего против женщин не имею, я не сексист, но BMW X5 и просто моя машина, как сказал бы Жорик, 20-е тапочки, или как там, 20-е осы. Короче, какую-то фигню несу. Она просто, отвечаю, наваливает. Просто я вот нажимаю маленечко газ, она просто, смотрите, просто мы сейчас бэху X5 просто уделаем. Смотрите, как стоячую просто снимаем. Не важно, что она поворачивает, мы ее как стоячую уделали вообще. Вот просто, это все профессионализм. Сейчас Катюху везу в модельное и буду кататься на тачке до 9 часов. Хотя, на самом деле, наверное, я поеду домой, сделаю влог для вас. И потом только поеду за Катик, наверное, вот так вот. Ну как она наваливает, а? Просто, смотрите, газ в пол, она вру, я полетел уже вот за сотку. Подожди, тут лежать сейчас так вот, оп. Просто смотри, газ, ты снимай дорогу, я-то тут при чем? Дорогу, вот. Смотрим, вот так на кольцо заходим боком вообще, вот так вот, оп. Вообще просто другая машина, другая, вот как будто подменили, а вот как будто в боксе что-то другое подсыпали нам. Просто смотрите, боком заходит, смотрите, в поворот. Что нам, собачка, да подождет твоя собачка, вот так вот, оп, заваливаемся. Я просто счастлив, ребята, поэтому я веду себя как дурачок. Просто, ну тачка классная, все, она вот мытая, она классная. Катюха в детский сад, и я домой монтировать. Все, на этом заканчиваем наш автовлог. Спасибо всем за внимание. Спасибо, АМГ. Правильно, погромче, Катюха, что авторское право. Короче, спасибо большое компании АМГ еще раз. Большое прям спасибо, мужики. Отмыли тачку и компании FreeWash. FreeWash, ссылка в описании. Всем удачи и всем пока. С вами были Катя, можешь помахать, и Варпач. Всем удачи, всем пока. Не забывайте подписываться на канал, оставить комментарии. Если хорошо зайдут автовлоги, купим новую крутую тачку. И да, у меня праворульный автомобиль, это многих интересовало. У меня праворульный, знаете, праворульный. Все, давайте, удачи. Удачи, чуваки.